Идите в Бога, Господь. Значит, вертикальную черту и рядышком все элементы через степень альфа. Кроме какого элемента? Кроме нуля, да? Нолик это просто ноль. Вот. Единичка это альфа в какой степени? Это альфа в 15. Так. Да. Теперь можно альфа, это будет альфа. Ну это просто альфа. Это просто альфа. Единичка это у нас коэффициент при альфа. Альфа квадрат. Так. Дальше. Где у нас альфа квадрат? Это альфа квадрат, совершенно верно. Альфа в четвертый. Альфа три. А нету. Альфа в четвертый. Да, альфа четвертый. Откуда мы можем взять? Из нашего полинома. А у нас хорошо, это альфа в кубе. Альфа в четвертый, это альфа в кубе. А альфа в четвертый. Альфа корень нашего многочлена. Значит, если поставить вместо х альфа будет ноль. Значит, альфа в четвертый. Это альфа куб плюс один. Вот внизу у вас многочлен записан. Альфа в четвертый плюс альфа куб плюс один. Да. Но мы как бы пишем, Саша, в минусах. Значит, где у нас альфа? Имеется в виду, мы просто поставляем же сюда и получаем. Ну да, да. Так где у нас сейчас. Альфа куб плюс да, один? Давайте тогда сейчас альфа 4. Плюс один. Так вот. Да. Ну, а это... Нет, ну это ж поле F2, забудьте про минус. Не, ну я ж сделал правильно, то есть... Да, ну, можно сокращать это. Альфа плюс один, это у нас... Хорошо. Подождите, это альфа плюс 1, но через степени примитивного это альфа в четвертый. Да. Не, смотрите, альфа куб плюс 1, мы уже не будем полиномиальным, нам и так понятно, что это альфа для экономии места. Альфа в четвертый. Ищите альфа в пятый. Альфа четвертый надо просто умножить на альфа, да? Да. А альфа в четвертом мы знаем, что это такое. Значит, альфа куб плюс альфа плюс один. Ниже. Альфа ниже, да. А, вот. Вот. Это альфа в пятый. Вы поняли? Да, да. Замечательно. Следующий кто? Альфа шестой. Нет. Дальше продолжайте. Ага. Я хочу, чтобы все попробовали. Садитесь, спасибо. Вот. Паша. Ну кто хочет? Паша. Я. Ну давай. Наверное, это. Андрей Кузнецов. Паша взял только. А почему только? Альфа шестой. Он взял только фамилию. Жена плюс альфа квадрата. Андрюша. Альфа пятый это у нас альфа куб плюс альфа плюс один, да? Но альфа четвертый у нас в этой записи нет, у нас там альфа куб. Да. Что? Исчезает.
А ты что ты там постепенно? Хорошо, спасибо, садитесь. Ну, Кузнецов, идете прикольно. Я не совсем понял, откуда мы. Кто? Так вот, поэтому и идите. Что вы не понимаете? Ну, вот пишу дальше, а то шестой, откуда он берет? А значит, это альфа умноженное на альфа в пятый. А альфа в пятый мы уже посчитали. А, всё. Да? Да. Альфа в восьмой. Ну, можно сказать, что это альфа в четвертый в квадрате, да, да, например. Получается все, кроме единички. Вот это альфа в восьмой. Ну, смотрите, мы уже сдвинулись там. Напишите так, чтобы это было напротив той строчечки. Да, и отчеркните строки, чтобы мы не вылазили. Ну, посчитайте еще альфа в и все считают, каждый у себя тетрадь. Либо уже все написали. Но это, в принципе, у вас уже должно быть написано не один раз, да? Но, тем не менее, видите, не все нашли альфа-девятку. А вы проверяйте тогда, правильно или нет. Вы поняли? Хорошо, Власенко, продолжайте. Абдулла есть? Неправильно? Альфа девятый неправильно. Давайте пересчитаем. Написано не там, да. Значит, аккуратненько напишите, чтобы строка была в строчке. Альфа девятый, да? Хорошо. Итак, Абдулла. Это вы. Бещук, Бурлука, Бунин, Василенко, Василенко, Власенко, Жук, нет? Икос, Кашуба, нет? Кузнецов, Кучерявый, есть. Алифир. Это вы? Да. Перевознюк. Да. Песецкий. Да. Есть. Солей. Да. Сычева. Смертный. Стасикевич. Немало. Стасикевич, а немало сажу. Привет, Аня. Спасибо, садитесь. Абдулла, идите.
Спасибо. Садитесь. Кучерявый. Проверим, будет это единичка или не будет. Это альфа в четвертой плюс альфа куб. Альфа в четвертой плюс альфа куб – это единица. Значит, все мы правильно посчитали. Хорошо. Тогда я вас попрошу стереть вот эту всю часть, кроме таблички. Да.